В Кировской области определились финалисты третьего регионального этапа президентских игр среди школьников. Сегодня в спорткомплексе «Олимпийский» сошлись в борьбе за звание победителя две команды из Афанасьевского и Орищевского районов. С начала года за то, чтобы выйти в финал, боролись сотни школьников со всей области. Эти ребята из Афанасьевского и Орищевского районов оказались самыми спортивными на данном этапе школьного турнира. Юные спортсмены теперь должны пройти ряд испытаний по плаванию, стрельбе, настольному теннису, шашкам и легкой атлетике. Но, судя по этим кадрам, можно точно сказать, опыта в тех же заплывах у ребят еще немного, зато стремление к победе хоть отбавляй. На кону четвертый этап президентского школьного турнира. Завтра будет разыграна путевка во Всероссийский детский центр «Смена» в городе Анапа, где пройдет четвертый этап всероссийских состязаний президентские спортивные игры.